Алексеевские туристы получили новое снаряжение от фонда поколения Андрея Скотча. Во всех городских школах округа работают туристические секции, и оборудование, конечно, есть свое. Однако не хватало современных комплектов для городской команды. Дети могут сказать, что с помощью этого ролика гораздо быстрее можно преодолевать препятствия. Либо ты преодолеешь препятствия с помощью этого за 20 секунд, либо это за 10. Ролики, обвязки, карабины, жумары. Туристический спорт – удовольствие недешевое. За помощью фонд поколения решили обратиться в конце лета. И вот уже первое открытое занятие с новой амуницией. У нас в городе свыше 600 обучающихся занимаются туризмом и краеведением. Наши воспитанники ходят в туристские походы различных категорий сложности. У нас есть и категорийные походы, и степенные походы, походы выходного дня. Для каждой категории, возрастной категории детей. Мы благодарны Андрею Владимировичу и его фонду за то, что приобрели такое нужное нам снаряжение. И я думаю, что с этим снаряжением мы можем добиться более высоких результатов и покорить другие вершины. Новые комплекты по очереди опробируют во всех школах округа. А на соревнованиях будут выступать только с этим снаряжением.